Всем привет, ребят. Ну что, поулыбались с того, как Сарделя хочет Мария, сам зашел. Хорошо, что зашел и посмотрел. Просто записывал по зубе фан-моменты, и микрофон там, в принципе, бессмысленно. Я его отключил, бегал, фанился, и, блин, обидно, конечно. Ну да ладно, там и так, в принципе, все понятно. Но самое обидное то, что я сделал уже нормальный обзор на дерево, и придется его перепиливать, переделывать и как бы озвучивать повторно то, что я уже сделал, не хочу. Уже запишу опять же сново новый обзорчик. А в общем, у нас на обзоре дерево, название я обалденное придумал, бревно круче бывшей. Реально дерево классное. Единственное, я уже это тестировал. Мы сейчас попробуем найти опять же расты, где можно вот так вот будет пофаниться. Как оказалось, дерево можно свободно тоже валить топовые пачки, топовые расстановки. Сейчас вы, в принципе, сами это все, думаю, увидите. У нас максимум дефа. Плюс оно еще, когда включается, дает себе дополнительный деф. Старенький герой, он станется, можно его заблокировать, но сборка на full def плюс его скилл, я не знаю, если сейчас оно дойдет у нас до Фрейя, то это, конечно, будет супер. Вот, отлично, Фрейя включилась, и посмотрите на дамаг Фрейя внимательно. 15 тысяч, 16 тысяч. Сейчас пусть дальше оно пробежит, мне интересно просто, чтобы, я надеюсь, оно не развалит всю расстановку. И Фрейя нормально включится, отлично. Итак, смотрим. Урон от Фрейи 8, 22, 23. У нас смотритель в данном случае, это, ребят, это Фрейя 13-го, 30-го прорыва. Она его, единственное, он смотр в конце пробил, и то не на фул. Она просто не пробивает. Единственное, кто на данный момент сегодня пробивает более-менее, это Зефир, который игнорирует бронь. И это все. Больше, в принципе, там еще дуэлян, по-моему, у нас тоже игнорирует. Больше никто. То есть реально его убить сложно. Есть, конечно, моменты, можно заблочить, может смотр ударить. Даже если попадут, там вы видели, какой урон дамаг. Ну, Зефир по 1090, наверное, будет выбивать. Но обычный удар 20, вот 80. 88. В таком случае кидаете дополнительно ворожея. Главное, чтобы он включился, а он у нас, падла, не включился. Ну, понятно, я его выбросил, на нем там не было ни воодушки, ничего. У нас на дереве просто отхила нет. Сейчас я поставлю на ворожея. Окину сразу ремку. Включается сразу. То есть таким вот образом можно будет свободно. Вот опять Фрейя, Бард. Но мы, конечно же, пойдем через 30-го Зефира. Вот старенький герой, единственное то, что его станет. Ну, вот сейчас включится. 77 этот пробивает. Вы кидаете ворожея, и в то же время у вас сразу же получается нормальная тема, отхил по 400 с хреном. И все. И ваше дерево себе свободно будет стоять. Зефир заряжает, ворожей отхиливает, снимает негативные эффекты. Дерево дает деф. Все, и любая раста точно так же проходится. Еще и мы сливаем. Кого-то не хватает. Двоих героев, по-моему, не хватает. То есть этот тандем тоже реально очень крутой. А там и ворожей слили, и Мишаню. Мне интересно, вот, кстати, интересно будет посмотреть. Я, наверное, не успею выбросить. Давайте. Вижу две дырочки. Выбросим их вдвоем. Но тут их должны, по идее, убить. Кто там у нас Зефир пробивает? Да, ворожей слили, но дерево еще держится. Да, слили. Тут, конечно,
такой тандем, что они все вместе тут их блочат, тут не вариант, надо было. Давайте сейчас попробуем, уберем, так чтобы я мог. Я вам просто покажу одну пачку, которую я хочу потестировать тоже в будущем. Релин минус наш. Сейчас мы на барда накинем. Примку надо нафиг убрать. А даже так сделаем девятка, там девятка, десятка, там разница. Сейчас не искать. Вот такая пачка, плюс сюда еще добавить гаргула, это просто нереально будет слить. Вот что бы вы ни делали, вы их вместе не сольете. Я жду уже атаку фортов. Единственное, кто может с ними справиться, это смотр, и потом кто-то попадет, добьет. Ну, в данном случае у нас космо бьет, а он даже там не попадает. Надо кого-то посерьезнее поискать. Давайте-ка стопов поищем. Я тут уже просто перед этим кучу топов так посливал. А или мы кого-то сейчас найдем. Отлично. Так, ворожей. Зефир. Ну вот, они все стоят. Единственное, что у меня дерево не с уклонениями. Остальные герои все с уклонениями. Сейчас я себя передвину в другую сторону, чтобы вам было видно жизнь. В данном случае, что у нас происходит? У нас максимальный деф, практически максимальный отхил. Они уязвимости разные и все. Эта пачка, если посмотреть, она просто не убивается. Я сюда еще дополню пару героев. И это не атакующий состав будет, но мне будет интересно посмотреть на атаки фортов. Я надеюсь, там будут топовые пачки. Как они будут противостоять вот этому тандему. Суперпэты и прочее поставил. Ну, я не знаю. Они, понятно, они убивать не будут, но их слить, я даже не знаю, чем их слить. То есть это настолько герои на максимальный деф, что просто это Unreal, как по мне. Даже Фрей они здесь нифига не сделают. Я вам просто только что показал, как Фрея. Давайте еще кого-то поищем. Космо, вот против Космо. Космо-стрелок, посмотрите, какой урон. 17 тысяч Фрея бьет. Ну, это смешно. Они просто, ну, 17, 16, 30. Просто пипец. Это 30-го прорыва герои, которые, ну, нифига не могут сделать. Сейчас запустим, может, они так быстрее. Видите, ворожей с хорошим уклонением, он побежал дальше. Сюда еще слона не хватает, но... Вот, начал зефир бить. Ну, немножко начали проседать, ну и то опять же. Ну, это просто жесть, ребят. То есть любая раста такими героями проходится, ну, я имею в виду битву гильдии, ну, просто налегке. Даже если Фрейя сейчас будет там дамажить, ну, они даже на десятую часть не проседают. Вот так вот. Дерево дает дополнительный еще деф для всех. Это просто Unreal какой-то. И даже вон посливали, оставили там несколько героев. Ну, понятно, Космо на отражалках убился, плюс смотр бьет. В чем плюс? Здесь стрелок слился. Священного ССки. То, что смотр в данном случае нас откиливает сразу же на фул.
Вот землеройка Фоба, отлично. Герой с воодушевлениями. Ну вот смотрите. Вот блочка прошла. Сейчас они включились. И все. И а здесь проседает. Кстати, точности у кого-то хватает. Скорее всего, у Зефира. Зефир собран на точность. Ну, все равно. Пофиг. Просто пофиг. Ну, держится, конечно, блочка. Ну, здесь, скорее всего, знаете, кто пробивает? Землеройка. А вот землеройка попадает. Ну, опять же, мы дерево... Я сейчас покажу, какая сборка. Дерево у нас собрано таким образом, что оно не пробивается критом. То есть, не уклонение, а с уклонением это будет просто жесть. Я просто здесь пэта поставил. Мы можем поставить другого пэта. Если мы добавим сюда еще гаргула к этой пачке, я думаю, это просто Unreal будет. Только здесь нету Фрейя, хотелось бы еще Фрейю посмотреть, чтобы Фрейя еще дополнительно. Воу-воу-воу-воу, ничего себе, смотрите, дерево наконец-то ушатали. Ну, 1,5 минуты. На дереве уклонения нету, что-то Барт пилится. А, Барт, знаете, почему мы сливаемся? Потому что стрелок нам не дает заряжаться. Ну сейчас Барт, в принципе, должен резнуть, если он включится. Да, вот он включился. Стрелок мешает, то есть забор энергии еще как вариант. Стрелок, конечно, здесь реально помогает. И то, тут два реса, считайте, рез от Барда и рез от этого. Вот видите, стрелок все-таки зарешал. Но Бард еще держится, Бард красавчик. Барду пофиг вообще. Хоть кто-то слил. И то это почти 3 минуты прошло, это не фул пачка. Но на атаку фортов, я не знаю, я хотел бы такую пачку встретить на атаке фортов. Если пойдем на подземке, это я уже тестировал. На шестой покажу еще раз. То есть подземка, ну здесь много целей. Как видите, входящий дамаг 259. Сейчас смотр ударит, может кто-то больше ударит. Ну, вряд ли дерево 91. То есть, ну, можно сделать любому герою такую сборку, и вы без проблем сможете фармить подземки, особенно седьмые. Ну, да, на восьмых там будут сливать. Сейчас покажу вам седьмую. Пусть добьет. Вот сейчас вы видите урон от ронинов. Это вообще смешно. Двадцать, 22. У нас смотр просто восстанавливает. Ну, мы проходили здесь 7-1. То есть там, где мало зданий, в принципе, дерево должно проходить. Ну, ронины будут сейчас на отражалке сливаться. Плюс смотр наш дамажит. Единственное, кто здесь может задамажить, это Дракос. Если он здесь попадет под СУшкой, он может дофига вынести. Ну, как видите, смотр его. Что-то он даже не попадает. Ну, ронины уже слились. То есть, таким образом, дерево реально еще на сегодня актуально. Думаю, многие его используют. Оно и на битве гильдии хорошо. Ну, седна, либо дерево. Седна дает еще дополнительную атаку. Она тоже классная, но дерево больше целей восстанавливает и, в принципе, еще дает дэт, что тоже немаловажно. Ну, такая вот сборка реально тащит. Не знаю, я буду пробовать на атаке фартовию использовать. Потому что если оно будет включаться, вот единственный минус, мы увидели, это что стрелок, забор энергии, но это для тех, для всех этих героев, которых я только что показал. Если будет забор энергии, они ничего не смогут сделать. То есть они не включатся. Единственное, там оккультист будет еще более-менее включаться. Ворожай, в принципе, за счет уклонения. Если будет нормальное уклонение, они будут по ним попадать.
в принципе, должны затащить. Но все зависит, конечно, от точности у противника. Вот посмотрите, что делают. 34%, ну, должно, в принципе, затащить. Ну вот, поскольку бьют 30к, блин. Ну, конечно, если вы выпустите своих героев, их салют. Ну, для без доната собрать нормальное дерево, в принципе, уже не проблема. 9-е, 10-е рунки дают, их можно собрать. 10-е скиллы тоже можно вкачать. Скилл особо здесь не включается. Вместо, допустим, СО, потому что Огненку проблемнее будет без донатов собрать. Но 9-е СО, думаю, у многих есть. Прокачали Огненку. На десятку поставили СО эмблема и священный суд 5, и этого хватит с головой. Это опять же, это такая фан-трэш сборка, которая, ну, многим без донатом она нафиг не нужна, потому что они хотят наебать. Но многие локации вот с таким вот деревом можно без проблем пройти. 37, не знаю, успеем, не успеем. 43. Ну, выбивали мы 50 здесь. Повезет, должно еще раз ударить. Да, вот 50% оно выбивает. Так, если взять, ну давайте я не буду уже 70 показывать, все равно оно не сольется. Если восьмую взять, на восьмой его будут пробивать, здесь надо full уклон. То есть тут его однозначно 2,5 там ляма или сколько зарядили, здесь только уклонение надо. Такс. У меня оно собрано просто сейчас, вот такая вот сборка здесь, антикрит идет, то есть крит сопротивление, крит резист, ну, потому что уклонение реально, два уклонения хрен словишь. Хотелось бы, тогда бы это дерево вообще было бесценно, но, к сожалению, это не так просто. Что я хотел? А, я хотел просто поменять питомца, сделать такой вариант и пойти в рейд посмотреть, насколько будут мясовать. Сейчас нам суперпад дал дополнительно 6000 уклона. Но видите, все равно зефир пробивает, попадает. Не знаю, успеет смотр зарядиться, еще и Фрея дамажит. Успевает, но не домогание. Ну, все равно получше держится. Если мы кинем сюда сейчас ворожея, вот они вдвоем. Ворожей без проблем. Вот зефир по 80 бьет, ворожей 400 восстанавливает. Они в тандеме вдвоем будут свободно выдерживать этот урон. Бьет нас Фрэнк, бьет Фрея, бьет Ворожей, бьет еще и Командора и Зефир. Супер, вот реально супер бревно, которое реально еще на сегодня актуально. В принципе, в такой сборке, я думаю, любой герой будет крутым. Его хрен пробьешь, но дерево плюс то, что оно дает дополнительно деф. Вот это однозначно плюс еще 60%. То есть тут как бы старались, пробивали, не пробивали. Единственное, кто нормально пробивает, это Зефир. Но он не успевает настолько круто пробивать. Вот так вот. То есть такой вот тандем этих героев. Ну, я не знаю. Если мы сейчас найдем еще какого-то топа. Отлично, Хрон. Землеройка вообще огонь. Поехали посмотрим. Единственное, то, что мы видели, это они боятся стрелка. Забора энергии. А, у нас тут нету зефира. Ну, есть Фоба, есть Хрон. Анубис. Ну, это, конечно, это не то. Вот опять стрелок, Фрэнк, оба, отлично. Жалко, зефира нет. Ну, в принципе, в данном случае по дереву сейчас вообще должны тоже нормально мисовать. Но видите, молчанка проходит. Ну, у нас есть пэты, которые Рудольфик, есть ворожей, которые это все снимают.
Но вот опять же стрелок. Стрелок очень мешает нам. Забор энергии. То есть это то, чего они в принципе боятся, но опять же с ихним антидамагом это просто все пофиг. Но они не заряжаются. Единственное, кто у нас это так заряжается, это оккультист и бард. Не боится. Выражает за счет уклонения. Ну, надо уклонение по максимуму. Но дерево он вроде включается все равно. Но пробивают. Ну, пробивают, даже не они, пробивают больше смотр. Если мы дополним сюда еще, думаю, Гаргула, который дополнительно дездефи отхил, он не станется, то есть это будет все стабильно. Единственное, что молчанка, в принципе, думаю, будет неплохо. Землеройка попадает. Смотрю, по скиллу эта землеройка больше бьет. Да, землеройки скилл включается, он игнорирует уклонение, попадает. Ну, это все фигня. Реально. Вот такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых сборочек, новых видосиков с суперпачками. Всем удачи, всем пока.